Вован же блогер, Вован должен предложить, что снимать. Здорово, нормально. Сколько тебе лет? 15. Короче, у нас весна на улице, мы снимаем Game of Bike с этими типами. Йоу, всем привет. Я Саша. А это меня зовут Никита. Йоу, мы сегодня решили с Саньком сыграть Game of Bike в мини-рампе. Ну вот, все, мы играем. На повторение как вообще? Да по две попытки, до 4 букв. Ну и все. Раз, два, три. Я проиграл. Первый. Твой заказ? Так, сейчас, погоди. Я думаю. Давай дабл бар в этот хип. Буквы пошли. Я могу, я просто... Можешь? Да, я могу. А что не сделал? Некет не разрешает. Бар на фуджем. Нет. Делаю ОПДС и в тот хип. Давай снова бар на фуджам. Давай ванетти дабл бар на хавкэп скат. Думаешь, мне надо что-то заказать? 540 в квадре. Так, я задавал ванетти дабл бар, повторим. Потом, короче, надо идти на другую локацию будет, чтобы интереснее. Ну, чтобы интереснее, чтобы типа в рампе все время не играть. Да? Да. Давай. Надо, чтобы кто-нибудь меня поверил. Я не поверю. Вдвоем поверил? Да, все. Тогда я тоже поверю. Еще одна попытка, ты можешь ее использовать. Да, я попробую сейчас. Давай. Засчитаем, да? Да, засчитаем, нормально. Нормально. Ну, может, чтобы не карало. UBMX не запалится, нормально. Че, куда? Я ж блогер, я забыл. Куда идем? На флайбокс. Ну, в зону вот этого, флайбокса. Погоди, я не придумал просто вообще ничего. Давай вон эти пары, врага. Куда? Две врага. Что за херня, ты будешь? Придется. Я не умею. Че, страшно было, нет? Первый раз сделал, блять, страшно, вот ё-моё. Давай опа вип на еврогэп наверх. Давай. На еврогэп. Монети на ноги и холкэп. Так, ну я делаю то же самое, ОПДС наверх. Ой, опа, наверх. Он жесткий. Да? А кто жестче, ты или он? Я думаю, Пол Райан, тут маленький, вон тот самый жесткий. Мы на флейбоксе, да, тоже играем? Трак на иксам, будешь, да? 360 барский на иксам. Этому типу дабл-лип на фанбоксе. Счет 1-0, да, по-прежнему? Надо что-то сделать, чтобы ты не сделал. Я думаю, кстати, не скучает.
Я пока базирую. Давай скат вон того радиуса 360. Давай. С вылета резинки в приёму фанбокса барспин в трансфер. Давай. Давай. Ой. Вот это экстрим. Да, я придумал, но я не могу сконцентрироваться, где лучше это сделал. Вот на той серой штуке manual delete. Вау! Один, да? Один на один. Буквочка. Смотри, короче, экшен контент. Дабл ип с этого подката. Вау! Никитос, мне кажется, ты не любишь, когда тебе банки дают, да? Ну, да я просто экшен контент. Погони за хайпом. Я не знаю, как я за две попытки должен вообще это повторить. Ну давай попробуем. У меня сзади однослойный обод, который я недавно поставил. Вкатил и все. Я вот что вкатил там на флай и все. Просто баник на половинку тогда? Да, на пол Федора. Что за мясо вообще? Я думал, только он такое умеет. Это просто... Не, я как будто с дома упал, бля. Погоди, стой, я не отдышался. Что там по идее? Отдышал уже? Да, я думаю, что можно жесткого сделать, чтобы он охуел. Пока Никита и Тамик отдыхают, у нас рекламная пауза. В общем, друзья, если вам нравится... Наши футболки с нашим логотипом Leaks White Clan и вот такие вот, например, вот смешные футболочки, то ожидайте в процессе уже наш эдит, в процессе съемки. Скоро сейчас, подожди, тихо. Сейчас вот это вылежу, сейчас скажу заново, типа. Наш эдит в процессе съемки, он выйдет примерно где-то в середине август путаю постоянно. В общем, в середине где-то апреля выйдет наш эдит, и вместе с ним мы дропнем кучу мерча с разными логотипами, с разными видами футболок, с разными цветами, с разными размерами. В общем, копите бабки, цена будет достаточно низкая, так что, если вам нравится, то ждите, и мы все дропнем. И мы еще разыграем одну футболку, так что все, ждите дроп. Мы делаем manual на Еврогэп, на Ванете, на Хопхап и Пскат. Короче, дабл бар в тот Еврогэп. Аренду потерял. Думаешь, надо заказать, да, что-то? Switch VIP скат. Скат. А он как сделал? А он с оппозитной стойки. А. То есть у него левая впереди, а тут правая сейчас была. Он сделал. Ну, короче, и тогда я задаю no hand в трансе. Так же, как бар, только no hand. Давай. Стейбл на фанбокс. Я не делаю no hand. Что там со счетом? 3-2? 3-3. 3-3. 3-3. Почему? Я такие трюки не умею. У тебя вторая банка за что была? Switch VIP скат. А, все. Что, поиграй? Давай тогда трех VIP на флайбоксе. Партия бармен в том квадре. Блядь, я там страшно. Не будешь? Нет. Блядь, мне тел VIP было страшно делать. Все в первый раз бывает. Ну давай. Вау! Ощущение. Ну, строково, первый раз на таком квотере делают. Вау! Это мои любимые райдеры.
короче, тему задаю. Вчера научился, а, позавчера. Фуджем на акселерейт. Так, фуджем и на акселерейт. Я опять долго думаю, да? Фуджем дип. Он задаю то же самое, фуджем на акселерейт. Пенал на еврогэп, на банейте, на хаскаде. Ухожу в стрит. Вон туда. Банихоп. Короче, через переулок. Больше сал, да? А? Питик бар. Питик бар сюда. Нет, вон там, с радиуса. Продолжим эту тему. Тут давай фуджем на акселерейт скат. Блять. Ну вот она сразу же, вот она. Давай третью попытку. Кто победил? Короче, пацаны, победила дружба. Да, победила дружба. Я просто поддался ему. Да, да, так и было. Я, Санек, красава, я так и знал, что ты победишь. Вот видишь. Это видео, пацаны. Хотел победный трюк задать ему вот этот. Такой Game of Bike у нас сегодня получился. С вами кто был? Никита Исаков. Сашка Теплоев. На самом деле победила дружба. Все подписывайтесь на этот канал, репостите видео, если вам понравилось. Всем пока. Вау. Все, the end.